Я запустил сервер, make сервер и клиент, make client. Мы будем настраивать NFS. NFS это Network File System. Это сетевая файловая система Unix, разработанная Sun. С помощью нее мы можем использовать как файловый сервер нашу машину и шарить ее по сети. Давайте войдем под рутом. Тут MC, значит, терминал. Ctrl-Shift-T. Сюда минус i. Здесь мы сделаем для журнала. И здесь мы под собой останемся. Вот, собственно, все. А чем у нас управляется NFS? Это пакет NFS Utils. Мы его должны установить, ну или по крайней мере проверить, что он стоит. NFS Utils. Есть несколько реализаций NFS. Это вот NFS Utils, это ядерная реализация, которая работает на основе кода файловой системы в ядре. И policy core utils Python — это для того, чтобы мы могли подправлять метки Selinux. Дело в том, что мы должны пометить файловую систему, которую мы экспортируем, как файловую систему NFS. Для этого нам нужно метки наложить. В этой версии Red Hat используется NFS 4. Раньше использовалась NFS 3. С точки зрения пользователя, основная разница, наверное, в том, что NFS 3 шарила просто отдельные папки, а NFS 4 генерит псевдокорень какой-то, и мы подключаем именно этот корень, а в него уже подключаются все остальные папки. Давайте посмотрим, как это будет сделано. Вот у нас файл exports, там каталог exports.d, для того чтобы файл можно разбить на кусочки было, это удобно при большом количестве зашаренных ресурсов. И мы тут будем шарить srvnfs, и мы зашарим ее для всех read-only. Ну, на самом деле вполне возможно такая вещь, потому что от одной корневой шары мы все равно ничего не увидим, содержимое всех подмонтируемых каталогов. Значит, cd корень, вот у нас srv, создадим каталог nfs, f7 нажал, создал каталог, и у нас нужно задать этому каталогу нужно задать пермишены для Selinux. cmanage fcontext, добавить тип контекста nfs t в конце, это тип означает как сишный, и на что это будет srv nfs,
вот тут вот так вот у нас прописывается любой символ, произвольное повторение любого символа, вот так вот. Вот мы наложили этот контекст. Restore.com минус v r рекурсивно srv. Вот мы поменяли контекст с var на nfs, ну и ls минус z минус z. Вот nfs, это у нас nfs. Ну а теперь давайте стартанем nfs сервер. Значит, у нас основной конфиг файл — это etcetera exports, где описываются те файлы системы, которые мы экспортируем можно при его изменении не обязательно перегружать NFS сервер, мы можем просто ему посылать сообщение, чтобы он перечитал эти файлы. System control status NFS server. Вот он у нас отключен и задизейбленный. Давайте мы стартуем. Старт. В принципе, это все, что нужно для NFS сервиса. То есть вот это его основные порты. Давайте посмотрим. Усов греб TCP. Вот у нас еще демоны крутятся, да? И вполне возможно, что нам может быть недостаточно этих портов. Давайте проверим, достаточно ли нам этих портов или нет открытых. А мы их не открыли еще. Значит, firewall kmd at service nfs nfs permanent. И тут просто у нас будет наш клиент. Давайте мы... У нас, как вы знаете, команда из show mount. Экспорт сервер юзернет, что он экспортирует, мы не можем подключиться, логично. Давайте мы system control firewall, нормальная практика отладки, мы думаем, что мешает firewall, мы его отключаем, проверяем, без фаервола работает. Да, без фаервола работает. Значит, не все порты открыли. Стартуем фаервол и смотрим, что у него есть. Ну, на самом деле,
Тут все просто. Вообще NFS такая достаточно сложная вещь. Она работает на RPC, Remote Procedure Call, удаленный вызов процедур. И возникает следующая вещь. Хотя четвертый NFS все как бы собрало вместе, работает через один порт, но она тащит с собой еще набор утилит, которые требуют старые подключения. Вот Mount D мы видим, Stat D, в общем, всего чего угодно она может требовать. И нам нужно открыть эти порты, чтобы работала вся система. Когда-нибудь избавиться от этого, но пока вот у нас NFS, NFS 3, у нас NFS, у нас еще нужно открыть будет, так, это сервис Mount D. Вот этот вот сервис. И этот сервис. RPC Bind. Вот эти два сервиса по минимуму нужно будет открыть, чтобы все работало. Ну, это вот наследие старого режима. Смотрим. Да, видим, вот эти шары у нас видятся. Таким образом, на сервере у нас крутится NFS, он отдает каталог. Теперь нам нужно его подключить на клиенте. Давайте сделаем каталог в маунте, давайте подключим. Маунт. Каталог NFS сделаем, и вот сюда вот будем монтировать. Соответственно, поскольку четвертое у нас NFS, то все будет, все дерево от этого, этой машины будет монтироваться сюда. Итак, теперь попробуем подмонтировать нашу систему на клиенте. Итак, еще раз. Show mount минус E сервер. Вот он экспортирует SRV NFS. Mount. Сервер Usernet. Двоеточие и каталог SRV NFS на mount NFS. Тут у нас что получается, что когда мы видим mount, видит вот такой синтаксис, имя хоста, двоеточие, файловая система, то он понимает, что это NFS. Mount смотрим. Да, вот мы подключили NFS. Вот она. Информация о подключении NFS. Ну и что у нас? Вот тут вот ничего не видно, пусто, но там что-то подмонтировано. Мы должны прописать это монтирование в, чтобы постоянно было в FSTAP. Стоп. Значит, будет это так примерно у нас выглядеть. Что мы монтируем? Мы монтируем сервер user нет, каталог у нас SRV NFS, пробел поставим. Дальше мы на mount NFS
подцепляем. Соответственно, у нас файловая система NFS. Опция тут дефолт. Мы вот такую опцию напишем. И проверять их. Так. Значит, что за опция netdef с подчеркиванием? На самом деле эта опция ждет, когда у нас сеть поднимется, и только после этого монтирует все. На самом деле это не обязательно, поскольку у нас в System D у нас прописано, что требуется таргет RemoteFS для того, чтобы работал NFS. RemoteFS таргет. Вот он у нас крутится. И он поднимается, когда файловая система, когда сеть поднялась, и можно подключать внешнюю файловую систему. Можно теперь перегрузить клиента и увидеть, что монтирование происходит автоматически. Ну а теперь давайте, собственно, наполнять этот каталог. Для этого мы... Значит, первое, давайте вот самое простое, подключим наши сервера, сервер www. Здесь делаем www. Здесь подмонтируем его с помощью опции bind. Bind, чтобы var www на SRV NFS www. Как бы подключили к этой точке один каталог к другому. Смотрим, что у нас тут. О, вот все, что тут у нас лежит. Смотрим, что у нас. Ну, ВВ появилась пустой. Что же делать? Каждый подсоединенный каталог мы должны еще раз экспортировать, прописать в экспорте NFS www. Ну, 192.168.0.0.16 read-write. Мы можем перезапустить, а можем экспорт fs-r задать, тогда он перечитает каталоги. Что у нас получилось тут? Оп. F3 не будет работать, F4. Да. Вот таким вот образом у нас все подключилось. Теперь мы, собственно, должны сделать каталог для работы. Тут следующая ситуация. У нас NFS изначально по своему дизайну она ориентируется на имя пользователя, вернее, даже не на имя, а его номер. Соответственно, она дает доступ только пользователю с тем же самым номером. У нас user. Вот так. Id user у нас 1001. Id user 1001. Один и тот же номер.
Соответственно, то, что мы зашарим под юзером на сервере, будет видно юзеру отсюда. А вот это вот, давайте Alt-T, Alt-T. Видите, у нас root, значит, группа владелец 48. У нас тут не стоит Apache, поэтому он даже не знает, кому это принадлежит. В результате мы ничего тут сделать не можем. F7 нажали 1. Нет, не можем создать. Все потому, что root на NFS, он не такой всемогущий человек. Он мапируется на юзера nobody. А этот юзер вообще без всяких полномочий. В результате root не имеет никаких полномочий. Есть опции no root squash, который разрешает руту быть рутом. Не секьюрная опция, но при этом вполне возможное. Давайте мы для пользователя. Вот у нас пользователь. Сделаем каталог common. F7 common. Под пользователем в его каталоге. Мы хотим, чтобы вообще никто, кроме пользователя, да, не попадал. Чмод 7.0.0. Вот этот каталог у нас будет шариться по сети. То есть мы с любой машиной в сети сможем в него войти. Давайте мы сделаем файл touch user at server. Вот этот файлик. Это я Alt-T меняю вид. И теперь зашарим этот каталог на сервере, опять же. Вот создадим каталог F7. Создадим каталог Home User. Home. Здесь User. Ну, ваш логин. Значит, вот его перемещены, как обычные. И подключим его. Mount минус O. Bind. Home user common на SRV NFS SRV NFS user SRV NFS home user подключили, и вот тут посмотрите, у нас перемещены Ctrl-R, поменялись, как мы поставили. Ну и теперь зашарим его. Также F5 зашарили. Стандартным образом NFS Home User. Вот так вот зашарили. Экспорт FS. Ну и нам нужно после экспорт FS у нас должно было перечитаться, и наш клиент должен видеть эту систему. Home user. Опаньки, root-то не может сменить. Да, root у нас на body. У нас Alt-T. Вот доступа-то нету, но зато это может сделать пользователь. CD mount NFS home user. Оп, пожалуйста. Можем что-нибудь написать, F4.
Так вот, привет. И сделаем touch user at user at client txt. Вот так вот. Ну и, соответственно, на сервере пользователь смотрит command. Ага, вот все это. То есть теперь мы можем работать с этим каталогом. Никто другой работать с ним не сможет. Естественно, монтирование вот этот по номеру пользователя не хорошая идея, очень секьюрность не очень высокая. Повышена секьюрность еще значит в 4 NFS за счет аутентификации Kerberos. То есть мы можем построить аутентификацию Kerberos и по Kerberos ключу подключаться. Нет, это достаточно вещь сложная, мы в этом курсе ее не рассматриваем. Да и отдельно Kerberos настраивать смысла нет, нужно LDAP плюс Kerberos или лучше IPA. Значит, тут у нас что мы должны сделать? Мы должны сделать следующие настройки. Прописать в FS-табе строчки, которые нам позволят монтировать после перезагрузки эти каталоги. SRV, значит, каталог varvv монтируется на SRV NFS www. Так, это у нас никакая не файловая система и опция bind и каталог home user common монтируется на SRV NFS для красоты. SRV NFS home user тип none bind Значит, соответственно, вы все это прописываете в своих файлах для загрузки, в файле NFS для сервера и для клиента тоже. Вам нужно все это прописать и скопировать файл etc.export, который тоже копировать на хост при развертывание Vagrant. Ну вот таким образом мы сделали NFS разделяемый ресурс, который можно использовать по сети.